Простояла на морозе ночи, не завелась. Такая ситуация сейчас знакома многим барнаульским автовладельцам. Некоторые не ждут чуда, на работу опоздать не хотят, поэтому прибегают к спецуслуге. Отогреву машины, которая занимает 15 минут. Спрос на эту опцию в холода вырос в разы, рассказывает барнаульский автомеханик Игорь. Он уточняет, что только за прошлую неделю к нему обратилось около 70 водителей. Специалисты дают несколько советов, как избежать подобных неприятностей. Ставить на прогрев, но опять же нужно смотреть за тем, чтобы не замерзла труба выхлопная. То есть это частое явление, когда стоит машина на прогреве и не ездит, у нее замерзает труба. То есть мы также ее отогреваем. И если машина простояла 2 дня и не ездила, а прогревалась, она замерзает. Кстати, ценник спецобогрева от 500 до 1500 рублей. К слову, многие предпочитают не издеваться над своим авто и выбирают более экономичный вариант – теплые парковки, которые забиты сейчас до отказа, причем как бесплатные, так и платные. Легко нашли место под парковку? Да, как сказать, не очень. Долго искали? Да. Проехал раз, два, вот на третьем кругу дождался, выехала девушка, поставил. Я заехал в 8 утра сюда, и мест не было. Машину можно починить, а вот спасти конечности в случае обморожения бывает крайне тяжело. Количество обмороженных сейчас возросло, отметили в региональном Минздраве. Только за прошедшую неделю за медпомощью обратилось порядка 50 человек. Почти половина сейчас находится в стационаре. Чтобы минимизировать риски обморожений, специалисты в очередной раз напоминают, как вести себя в сильный мороз. Необходимо плотно кушать, тепло одеваться, не носить металлических предметов и ни в коем случае не принимать на грудь. 100 грамм для согрева. Таким народным способом сильные холода пользуются многие. Выпивая, человек действительно чувствует прилив тепла, но это обманчивое чувство. Алкоголь расширяет сосуды, из-за этого человек теряет тепло гораздо быстрее. Кстати, в социальных сетях многие жалуются на перебои в работе общественного транспорта краевой столицы. По словам горожан, некоторые автобусы приходится ждать более получаса. Наш опрос жалоб не выявил. Однако горожане отметили, что стали теплее одеваться, что называется, на всякий случай. Валентина Аскерова, Николай Шилко, наши новости.